16 глава. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив чуждым огнем, пред лице Господне умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть. Ибо над крышкой я буду являться в облаке. Вот чем должен входить Аарон во святилище, с тельцем в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он нижнее платье льняное, да будет на теле его. И льняным поясом пусть опоясывается, и льняным кидар надевает». Это священные одежды. «И пусть он омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой». Не отвергни меня.
Боже, потому что Ты есть Тот, наполняющий все во всем. Ты есть Тот, который дал нам этот залог Духа Святого, которым мы руководствуемся. И мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты тот, который всегда даешь нам торжествовать в Машиахе и благоухание, познание о себе распространяешь нами во всяком месте. Потому что мы Христово благоухание Богу, спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты называешь свой народ, что мы это письмо, написанное в сердцах, Боже, узнаваемых и читаемых всеми человеками, потому что мы собою показываем, что мы письмо Твое Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. И мы имеем эту уверенность от Тебя через нашего Машиаха, который отдал жизнь за каждого из нас. И, Боже, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. И Ты дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Боже, спасибо Тебе за Дух Святой. Спасибо за то, что Ты Духом Своим Святым однажды, Боже, воскресил нас, воскресил наш Дух. И мы сейчас можем молиться единодушно в Духе, Боже, вместе, Боже, нашему великому Богу, за наших родных и близких. И мы благодарны Тебе за этот Дух, который объединил нас в одном Отце, объединил нас как единое целое. И мы можем ходатайствовать Духом Святым перед Тобой, Великий Царь, за каждого, Боже, нашего родного человека, за каждого человека, который еще не имеет спасения в Тебе. И мы просим, Боже, прощения, Боже, за тех, Боже, которые не могут, Боже, еще открыть уста, Боже, так как не знают Тебя, Бога Живого. Мы просим Тебя, Боже, за своих родных и близких. Помилуй их, и пусть Твоя милость, Боже, она будет превыше всякого суда. Пусть Твоя милость, Боже, наполнит, Боже, ихние жизни. Пусть Твоя милость их, Боже, приведет, Боже, к Тебе, к Голгофскому кресту, где они увидят, Боже, Тебя распятого, осознают, что Ты сделал, Боже, для всего человечества, и скажут, произнесут те слова покаяния перед Тобой. Боже, дай эту силу, Боже, каждому, Боже, человеку, каждому нашему родному и близкому, Боже, в наших семьях, Боже, в нашем окружении, чтобы мы увидели через это славу Твою. Бешеми шута маши. Аминь. Вы знаете, друзья, мы, как верующие еврейские мессианских общин, живем сейчас в очень удивительное время. Я бы сравнил это время с тем временем, можете присесть немножко, потому что я бы хотел поделиться перед молитвой. Время это удивительно тем, что события, которых не было очень долго, многие годы, не было еврейского мессианского служения, эти события начали происходить. Бог поднимает ту часть избранного им остатка, которая от еврейского народа, для того, чтобы приобрести еще больше. И не все так просто. С одной стороны, наши общины, наше движение – это очень древнее, уходящее корнями движение. С другой стороны, мы как бы по-новому его открываем. По-новому находим какие-то вещи, которые были забыты или утеряны. И это наподобие того, как 100 лет назад, примерно 100 лет назад, еврейский мир размышлял, быть ли государству Израиль или не быть. Были разные группы. Одни говорили, нужно делать так, другие говорили так. Было очень много сложностей со всех сторон. Были враги, которые не хотели, чтобы это происходило.
но было видение. Видение у людей, которые жили и горели государством Израиль. Это видение, оно не давало им покоя, оно заставляло их оставлять внешние благополучные страны, такие как Америка, Канада, и возвращаться в Палестину, туда, где их никто не ждал, туда, где было все очень плохо, люди умирали от малярии, от голода, бедноты, не говоря о том, что постоянное ощущение войны, постоянное состояние войны. Друзья, видение, видение для еврейского народа, видение для государства, это был двигатель. Эти люди были неверующие, люди, которые не знали Бога. И вы знаете, когда исторически, когда уже государство Израиль было провозглашено, они собрались перед, Голда Мейр рассказывает, они собрались перед подписанием декларации о независимости, и они решали, как ее составить, текст, потому что это, вы понимаете, документ государственного значения. 2000 лет не было страны, и вот они собрались. И был очень жаркий спор, вносить ли имя Бога в эту декларацию, потому что половина из них не верила в Бога. Те, кто подписывали эту декларацию. И они нашли какое-то среднее такое обозначение, типа «благодаря мышце Израиля», то есть оно можно отнести его и к Богу, и можно и не отнести к Богу, понимаете, да? Они нашли определенный компромисс. Но меня коснулась сама вот эта мысль. Эти люди не знали Бога, но они горели страстью по еврейскому народу. И я верю, что мессианское еврейское движение должно прийти пробуждение. Я хотел бы, чтобы наши сердца, они горели таким состоянием, когда мы не просто говорили так, ну хорошо, есть у нас общины 50, 70, 100 человек, в основном это люди, которым за 70, ну ничего страшного, в 30-м поколении они евреи, ого-го. Я хочу видеть мессианские общины полными молодежи, детей, которые возрастали бы в этом, в этой вот идее важности, чтобы это было просто, знаете, огнем, который пробуждал бы, и чтобы общины не были какими-то странными такими отголосками по всему миру, в том же Израиле, в котором кругом почти одни евреи. Чтобы это не были такие перебивающиеся, спрятавшиеся под плинтус люди, верующие, которые только бы ничего не подумали. Но чтобы это были люди, что вот чтобы как горели за государство Израиль, так горели за пробуждение в государстве Израиль, пробуждение в еврейских сердцах, пробуждение в мессианских общинах. Чтобы это не давало покоя, чтобы это перепослушать, это народ настрадался. Народ настрадался. И само организация государства Израиль не решила основную проблему народа, Йом-Кипура. Сегодня, вчера, вернее, вечером они собирались, сегодня весь день они постились, уже закончился день. Но тем не менее, те, кто ожидал, они не встретились с Машиахом. Те, кто сегодня постился, ходил в синагогу, что-то там, они, их грехи не были прощены. Им объяснили молитвы, добрые дела, какие-то поступки, все нормально, капора покрыта. Но на самом деле, друзья, вопрос остается открытый. Решение организации Израиля как страны, оно облегчило участь еврейского народа, но не решило ее. Потому что до сегодняшнего момента, друзья, силы тьмы заинтересованы в уничтожении этого государства и этого народа. И если, я говорил немного ранее, если сравнивать это с Холокостом, то эшелоны по-прежнему шумят. И эти люди уходят не про... Они живут хорошо в этом мире, они живут, возможно, хорошо. Но там, в вечность, они идут в ад. Они в разделении с Богом. И план уничтожения не прекратился. И мы говорим, мир на Израиль, защита на Израиль. Я говорю, покаяние на Израиль. Друзья,
покаяние, пробуждение на Израиль. Пробуждение, которое бы было просто взрывом. И я верю, что мессианские общины призваны Богом быть центром этого пробуждения. И это не какие-то мифические, это мы с вами. Здесь три общины собрано. Это нашего региона, друзья. Вокруг нас живут куча евреев, которые идут в ад. Холокост продолжается. Это духовный холокост. Духовные крематории горят. Если вы задавали себе вопрос, как я поступлю во время войны, как бы я поступил, что бы я сделал, задайте себе этот вопрос сейчас. Что ты делаешь сейчас для того, чтобы остановить это уничтожение, продуманное, тотальное, через комфорт, через какие-то блага сего мира, через какую-то ложь, через какие-то приспособления и так далее, и так далее. Вы понимаете, да? Друзья, то, что Израиль на вершине, там, возможно, развития, медицины и так далее, и так далее, это то, что у них армия очень хорошая. Послушайте, это не решило основную проблему. Не закрывайте свои глаза. Молитесь, начните жаждать. Если вы говорите, да, ну как мне захотеть? Послушайте, начните об этом думать. Молитесь дома и говорите, Боже, зажги меня. Зажги меня. Если они, будучи сионистами, могли такие вещи делать, то почему я с тобой не могу? Я могу. Направь меня, научи меня. Если вы не разбираетесь в этих вещах, так начните разбираться. Пойдите, запишитесь где-то в школу какую-то, поучитесь. Читайте книжки, друзья. Это важно. Это происходит. Это происходит. И невероятно сильно нужны и миссионеры, и евангелисты, и пастыря, и служителя в еврейском мессианском служении по всему миру. Потому что есть своя специфика. Люди должны быть обучены, люди должны понимать, что они говорят. Здесь нельзя просто прийти и сказать, примите Христа, потому что Он ваш Машиах. Послушайте, так делали крестоносцы, так делали другие люди. Они просто приходили. Евреи обычно знали, что после этого начинается. И говорят, нет, не надо, спасибо. Не надо. Но им нужен Христос. Им нужно спасение, друзья. Поэтому я сейчас мотивирую вас не просто помолиться какой-то молитвой, которая будет вот такая. Эй! И там, ого! И ушли. Раздирайте сердца ваши. Раздирайте вашу внутренность. Просто просите у Бога этой жажды, огня и этого ходатайства, чтобы стоять на стенах Иерусалима, стоять на охране, быть этим сторожем, который трубит. Я вам говорю, время, вот оно, враг рядом, враг везде. Он хочет уничтожить Божий народ. Он хочет утащить его в ад, в полное, окончательное уничтожение. И это, и знаете, это даже не Гитлер. Это даже не Гитлер, это даже не инквизиция, это даже не какие-то там какие-то ранее, это не Богдан Хмельницкий и прочие псевдогерои. Друзья, это серьезнее, это вечность. Это вечность.